Это сколько километров от Галенюв? От Галенюв может быть 8 километров, но и в сезоне ездит здесь бесплатный автобус из центра города. Ну, сейчас здесь есть некоторая реконструкция, да, давайте посмотрим. Очень приятное место для прогулки, для того, чтобы... Сделаем круг по этому кругу. Или там каяки, не знаю, как велосипед такой водный, или там какой-то. Вот всякие яхты, катера. Яхты, да. А сколько стоит, вот, ну, чтобы покататься? Покататься приемлемо? Ну, думаю, не больше, чем 10-15 злотых за час на велосипеде, или чтобы взять и каяк. Ну, а как есть возможность, можно и взять корабль или яхт и доплынуть до Балтийского моря. Хорошо. Вот так, друзья, нужно приезжать, работать, отдыхать, зарабатывать, делать карьеру. В общем, ждем, да, Лукас? Да, согласен. А Лука, скажи, рекомендуешь ты нашим вот подписчикам, нашим клиентам, друзьям, ну и, собственно, и своим тоже, не бояться приезжать в Польшу? Ну, то есть, что здесь реально все именно так, как мы рассказываем, что реально встречаются, реально люди имеют работу, заработок такой, что можно и отправлять домой, и отдыхать. Да, да, я согласен. Я думаю, что в Польше возможно нормально жить. Нормально зарабатывать деньги и нормально отдыхать. Да, также, да, да. Как, очень хорошая экология здесь, все заботятся. И, как видите, тоже, но сейчас много-много новой инфраструктуры в Польше. Тоже город и правительство этого города Голеневского хотят поднимать уровень и стандарты инфраструктуры. И они строят сейчас много дорог и других вещей, чтобы, ну, не только работать в Голеневе, и тоже отдыхать. Очень много социальных тоже программ, поддержки. То есть бесплатные школы. Бесплатные детсады. Бесплатные уроки польского языка. Да, бесплатные школы полициальные. Угу. Да. Где можно получать не просто языковые курсы, а еще профессию. Да, да, да. А также бесплатные автобусы, которые вас возят по городу. В общем, приезжайте в Польшу. Хорошо.